Приветствую вас, друзья! Это продолжение эпопеи с перехватами. Сейчас уничтожаем гиперпространственные врата. Хотя нет, подождите, давайте попробуем оставить за собой. Может быть, их можно перехватить? Нет, нельзя. Так, что тут еще есть? Автопушка. Меняем цели. И вот еще одна автопушка. А раз их нельзя перехватить... Два корабля мы вернули, у нас захватили четыре. То есть этот будет третий корабль. Да, вот еще одна автопушка. Там никаких угроз нету. Вот еще одна автопушка. Так, уничтожим ее до того, как она на что-то там повлияет. Перехватили и уходим. Copy. Moving to destination. En route. Moving to intercept. Тут автопушек на пути, надеюсь, не будет. Ресурсы я вижу. Вот еще одна автопушка. Attack vector laid in. Enemy frigate captured. Enemy, это наш фрегат вообще-то. Group 3 has defeated the enemy. Так, пока мы справляемся со всем этим бардаком, у нас тут освобождаются серьезные силы назад. Enemy frigate captured. Confirmed. Moving to destination. Давай, дружище. Не заметят ли Тайдане бардак у себя на свалке? Вот в чем самый печальный вопрос. Roger. Underway. Так, и нам надо немножко спуститься. Давайте разведаем это облако ресурсов. Moving to destination. Безопасно ли оно для добычи? Roger. You are clear to dock. Copy. Вроде безопасно. Значит, посылаем сюда транспортный корабль. Confirmed. С нашими добытчиками. Ага, вот оно что-то. Target confirmed. Standing by. Underway. Назад. Мы должны компенсировать себе потраченные ресурсы. Standing by. Frigate under attack. О, нашли такие. Group 3 reports victory. Замануху. Ну, давайте полетаем здесь, посмотрим, что к чему да как. И проверим. Что-то есть. Что-то и наверняка там автопушка. Чем же тебя, дружище, уничтожить? Ready. Ай, корабли захвата.
пока не актуальны, а вот добытчики ресурсов, хотя бы штучек 10, вполне могут отработать. Confirmed. New heading set. И не забудем, у нас есть еще возможность заказать несколько корветов, а именно 3 штучки. Давайте построим корветы. Скорее всего, это будут многопушечные корветы. Ready. Move order confirmed. Coordinates confirmed. Ага, вот. Roger. Нашли. Attack coordinates locked in. Multi-gun corvette complete. Enemy frigate captured. Copy. Frigate under attack. Enemy frigate captured. Copy. Attack vector laid in. Roger. Attack vector laid in. Confirmed. Attack coordinates locked in. Reporting. Multi-gun corvette complete. Так, и где же здесь ресурсы, которые мы можем добывать? Давайте посмотрим. Где-то они здесь. Ага, вот они. Multi-gun corvette complete. Reporting. Moving to intercept. Moving to intercept. Еще одну автопушку нашли. Standing by. Light fire confirmed. Destination locked in. Acknowledged. Reporting. И еще одну автопушку. Target confirmed. Acknowledged. Course set. Ух ты. Standing by. Еще одна замануха. Нет, оставайся тут, будешь следить за этим делом. Standing by. En route. Frigate under attack. Ready. Больше стрельбы не вижу, значит и автопушек тут нет. Сюрпризов ниоткуда не придет, я надеюсь. Но на всякий случай всю нашу добычу возвращаем назад. Точнее, у нас нет никакой добычи, у нас просто возврат нашего же добра. 50, здесь 43. А вот он наш супер. Транспортный корабль. И что здесь еще? Многопушечные корветы. И тяжелые корветы запускаем. Три, шесть, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, еще два. Ага, хорошо, значит все в порядке. Копи. А, дружище, куда лететь? Корветы, ракетоносцы. Давайте объединим их с четвертой группой. Ребята. Так, автозапуск. Acknowledged. New heading set. Лети к нему. Confirmed. Да вы что, тут тоже автопушки? Attack coordinates locked in. Хорошо, хоть тут автопушек Roger. Нету. On our way.
Есть некое стойкое у меня ощущение, что есть еще какая-то замануха. И сейчас будут крейсера или что-то такое придет на помощь. Поэтому я сейчас постараюсь как можно быстрее со всем разобраться. Четверочка, объединяемся. Roger. Тут же только у нас перехватчики-истребители. Никаких корветов нету. Нет, нету. Их 50. Значит, заходим назад. Acknowledged. Attack coordinates locked in. Нет. En route. Locked on target. Автопушку сначала убьем. Standing by. Coordinates confirmed. En route. Спустимся ниже. Так, ресурсы мы вроде добываем, да? Acknowledged. Сколько их тут? 0. А тут еще 600. Roger. Frigate under attack. Ай, сколько вас? Если добавим в корабль, в транспортный, то должно быть как раз максимум. Reporting. Так, оставаться в ангарах. Copy. Давайте проверим. Standing by. Confirmed. Dock order confirmed. Standing by. Engaging. Roger. Coordinates confirmed. Acknowledged. Attack coordinates locked in. Mm-hmm. Copy. Target confirmed. И еще одни врата. Да вы что? Вот бы мы с истребителями намаялись. Справляться с этим всем. Acknowledged. Group 3 reports victory. On our way. Understood. Lock all weapons on target. Confirmed. Attack vector laid in. 66 498, и чё, всё? Так, 45, я так понимаю, всё, да, действительно, мы пополнили всё, что должны были. Standing by. Group 3 designated. Это наша третья группа, там какие-то передряги. Confirmed. Attack coordinates locked in. Group 8 reports victory. Давайте, ребята, давайте мы вас верим. Ready. Target confirmed. Acknowledged. И тут еще одна победа. Green line confirmed. There's nothing left out here. Copy. Enemy neutralized. Awaiting orders. Resources exhausted. Ready. Underway. Зачистили от врага такой сектор. Теперь весь вопрос насчет ресурсов. Есть ли тут еще что-то в качестве добычи? Reporting. Все эти осколки, все эти корабли, я так понимаю, выжаты как губка, и ничего полезного уже не добьешься. Ресурсы так, чисто на чуточку. Дали каких-то окупить. Воу, не, тут есть ресурсы. Подождите, тут 2700 ресурсов еще есть. Так, у нас новое столкновение. И мы посмотрим, с кем. Moving to intercept. Acknowledged. Moving to intercept. Снова автопушки.
Roger. Frigate under attack. Lock all weapons on target. Ready. Ready. Target confirmed. Acknowledged. Автоматические орудия опасники. Enemy neutralized. Awaiting orders. Reporting. Attack vector laid in. Да, никаких гиперврат не оставляем, чтобы оттуда не хлынули различного рода ублюдки. Destination locked in. Разного инопланетного происхождения и не расфигачили нас нафиг. Воу-воу. Что такое? Кто-то уже атаковал? Destination locked in. Reporting. En route. Второстепенных целей нету, но мы практически добрались. Что нам говорят? Отправьте, говорят, истребитель. Хорошо, найдем истребитель сейчас. Один из 50. Ready. Вот тут вот это будет какой-то самый глухой и неинтересный истребитель. Допустим, перехватчик. Ну и он сейчас сквозь просторы космоса отправится. Куда нужно. Roger. Давай. Сначала сюда. Следуй за этим датчиком, а сам датчик будет следовать за группой моих кораблей. И мы посмотрим, насколько близко мы к... Вот тут вот что-то должно быть. Какой-то ретранслятор. Или какая-то замануха. Слушайте, мне аж страшно посылать. Вдруг там сейчас Big Ship появится. Я думаю, восьмую группу нам стоит нафиг отводить отсюда. Ready. Target confirmed. А, вот, нашли. Куда нам надо? Copy. Frigate under attack. Standing by. Attack vector laid in. Copy. И куча автопушек. Standing by. Target confirmed. Hold formation. Let's keep it together now. Attack complete. Awaiting further orders. Как мы сразу много увидели, как только сюда подлетел датчик обнаружения. Standing by. Damcon level 2. Locked on target. Attack coordinates locked in. Ready. Давай, на тебе вот еще кое-что. Understood. А вообще, назад возвращайся. Acknowledged. Frigate under attack. Target confirmed. Group 1 reports enemy contact. Copy. Engaging. Где мой истребитель? Летел и не долетел. Я думал, я зачистил ему дорогу, а его кто-то таки разбил. Где-то Roger. Есть та чертова автопушка, которая Ready. Сделала свое Target дело. Confirmed. Roger. Frigate under attack. Вот мы и нашли, кажется. Одну из таких. Хорошо. Назад, ребята. Ready. Следующий. Reporting. Перехватчик. Запустить выбранный. И строительство. Постройте вместо него замаскированный истребитель. Earths are clear. На всякий случай. Confirmed. Давай, дружище. Ты летишь сюда. Underway. Copy. Reporting. Move order confirmed. Так, остальное у нас все так, как и должно быть. Copy.
Ready. En route. Standing by. Ай, дружище, лети сюда. Тут уже автопушек нет. Nothing but gravel out here. Ready. Attack coordinates locked in. Roger. 68 000. Отлично. Ресурсы добываются. Confirmed. Чё стоим? Тут как бы... Еще 1000 нас ждет. Так, где они? Где деньги? Где ресурсы? Была же 1000. Где она сейчас? Resource collector awaiting orders. Ладно, раз эти себя не реализовывают, значит. Docking with carrier. Acknowledged. Значит, сюда. Confirmed. Repair order confirmed. Destination locked in. Входим. Confirmed. Мы уже близко. Cloaked fighter complete. Где наш супер? Пупер из... Вау. Moving to destination. Copy. Вот это столкнулись. Lock all weapons on target. Сверху, снизу, сбоку, автопушки. Разбить их. That's all of them. Ready for orders. Ready. И где мой истребитель, который летел и долетел? Roger. Я его не вижу. Green line confirmed. Ready. Destination locked in. Так, где? Где истребитель? Ага, видимо, тоже уничтожили. Вот гады. Сейчас проверим. Так вот, проводи зачистку, проводи, а оно все равно его уничтожает. Сколько у нас здесь? 50 из 50. Ready. Здесь 50, да. Ну, давайте запустим один маскировочный истребитель. Замаскированный. Ready. Скорость 270, хороша скорость, пошел. Moving to destination. Дружище, тебе сюда. Выполнить цель миссии. Attack vector laid in. Copy. Ready. Roger. Moving to destination. Break it under attack. Вот. Target confirmed. И еще одна автопушка. Moving to intercept. Просто охота за автопушками. Оу. Attack complete. Holding pattern locked in. Target confirmed. Attack complete. Awaiting further orders.
Attack coordinates locked in. Lock all weapons on target. Resources exhausted. Acknowledged. Moving to intercept. И вечная память и слава нашему кораблю, который застрял в лапах этого чудовища, ничем не убиваемого. То делайте, пожалуйста, из такого же корпуса и мои бигшипы, чтобы их ничем нельзя было убить. Мы сближаемся с целью. Ready. Ага, его можно замаскировать, если что. Пропадет из виду. Вот еще одна автопушечка. Спряталась среди осколочков. 70238. Восстановили, и учитывая, что мы еще что-то исследовали, то даже и приумножили ресурсы. Ну. Пошли на переговоры. Подать зов ретранслятору? Нет, сначала гиперпространственные врата уничтожим. Confirmed. Пронаблюдаем этот эпичный момент, ради которого мы сражались с автопушками. Провели стыковку. Communication link established. Patching into command node now. The Tidan resistance has been informed of your actions and are preparing the fleets. You have our thanks. The hyperspace coordinates you require have been transferred to your mothership. Farewell. Hyperspace enabled. Все. Ну, мы подготовились к тому, что произошло. Ресурсы все собрали. И разные фигни все уничтожили. Цели миссии достигнуты. Что ж, на этом я с вами прощаюсь, друзья, и в следующей серии уже следующую миссию будем выполнять. С астероидами боролись, с излучением боролись, бигшипы перехватывали. В этой серии перехватывали даже свои корабли. Но мы не забудем того героя, который остался в лапах этого пса. Верни его, пес, верни. И этот свалочный пес, это непобедимое существо, с которым не смог справиться весь мой флот и все мои бигшипы, он оказался самым крепким орешком из тех, с которыми я сталкивался. Увы. Удачи вам!